Видео подготовлено сайтом online.gdz.net. Страница 21, упражнение номер 15. Молочный завод отправил в магазин 56 ящиков сливочного масла по 20 кг каждом. За день продали 1/7 часть этого масла. Сколько килограммов масла осталось? Сначала давайте узнаем, сколько всего молочный завод килограмма масла отправил в магазин. Он отправил 56 ящиков по 20 килограмм в каждом. Чтобы узнать, сколько всего, нужно количество ящиков умножить на количество килограмм в каждом. То есть 56 умножаем на 20. 56 умножим сначала на 2. 50 на 2 это 100. 6 на 2 12. 112. Умножаем на 10. Приписываем 1 0. Получается 1120 килограммов масла было всего в магазине. За день продали 1/7 часть этого масла. Чтобы узнать, сколько масла продали, нужно 1120 разделить на 7. Число 7 мы разложим на 2. Число 1120 разложим на 2 слагаемых. 700 и 420. 700 делим на 7, получается 100. И 420 делим на 7, получается 60. 160 килограммов масла продали. Теперь нам нужно узнать, сколько килограммов масла осталось. Было 1120 килограмм, продали 160. Чтобы узнать, сколько осталось, нужно 1120 вычесть 160. 1120 вычитаем 100, получается 1020. И вычитаем 60, получается 960 килограммов масла осталось. В задаче спрашивалось, сколько килограммов масла осталось. Мы можем записать ответ на этот вопрос. 960 килограммов масла осталось. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.